Краеведческом музее Заводоуковска традиционно в преддверии 9 мая проходит творческий конкурс «Салют Победы». Участвуют воспитанники детских садов и школьники. В этом году они представили рекордное число работ – около 500. Открытки, рисунки, стихи собственного сочинения, поделки и целые композиции. Ребята использовали самые разные материалы и техники. В этот раз много объемных фигур. А некоторые работы словно оживают. К примеру, эти куклы – солдат и девушка, которая встречает его с фронта. Чувствуется, что родители детям своим помогают, что они участвовали в создании этих работ. Ну, это ведь просто замечательно. Невозможно ведь сидеть и делать творческую работу молча. В любом случае, когда родители вместе с детьми делают эту поделку, они о чем-то разговаривают, возможно, вспоминают своих родственников, участников войны. Мы делали эту поделку с солодкой Дарьей. Ну, нас она вдохновила тем, что она очень красочная, так как ее и мой прадед ходили на войну. Они вернулись с этой войны живыми, еще жили очень долго. Развели кофе, а потом ее нам, намазали, потом ее обожгли как бы, и вот такая вот получилась. Всего в конкурсе 4 номинации. Победителей определят в 3 возрастных группах. Отдельно конкурсная комиссия оценит коллективные работы.